Как вы можете заметить, за рулем не Яник, а кто-то зажопил тачку. Садись. И переживает. Теперь, говорит, садись на камеру. Видали что? Сейчас сяду. Сейчас вот спустимся и сяду. Начну рассказ автомобиля. Вот. Давай, 2005 года Range Rover Evoque, да, у нас сегодня? Да. Комплектация самая дорогая считается, да, Evoque? Да. 2.4. Чего? 2.4. 4.4 у нас двигатель, 4.4 от BMW. Вот. 299 лошадей сегодня у нас под капотом. 410 или 510 ньютонов крутящего момента. Это вообще чума, бля. Посадка здесь хорошая, командирская, много регулировок. Это мы вам чуть позже покажем. Сейчас мы куда-нибудь доедем. Вот, поехали здесь. Да ладно, да? Вот так все покупают потом. Да ладно, Юхан. Вот Audi будет, Димасик, если ты в это видео увидишь, твоя Audi, вот, я уверен, что ты покажешь все ее возможности. Вот прием. Прием как на танке, на пневме. У нас 277 мм, 273, что ли, дорожный просвет. В общем, комфортно, даже прям подвеска спереди, сзади. Тут, в общем, сумасшедшие вообще ощущения. Ну все, сейчас я сяду за руль. О, бля. Все блокируется, все трещит, пердит, блин. Газ в пол, идем, лед, снег, грязь. В общем, машина идет вообще. Сидеть здесь очень комфортно. На этой машине на дальняк когда-нибудь сгонять, да? Вообще кайфы, блин. Но идет херовато, конечно, что-то. Почему? Это чудесная дорога. Чтобы не скачки. Слышно здесь, как АБС срабатывает, все эти блокировочные системы, ESP. Много их здесь же? Сколько, да? Ну все, давай потихонечку проедемся. О, чудо! Сейчас я вам расскажу по-настоящему про эту машину. Сначала нужно встать на этот уверенный порог, не то что у китайского джипа. Как вы видите, я сюда не вложу, есть куча электроников. Вот мы поехали назад. Попробуем засунуть. Так, все, так комфортно. Теперь опустим сиденье вниз. Вообще кайфы, короче. Поехали. Так, ну мы за рулем легендарного Range Rover, который так хвалит наш несомненный... Кого там? Джереми Кларксон. Итак, первая проблема, которая решена, куда деть очки. Есть. Здесь куча приборов, подсветок, люк, да, у нас управление, и кнопочки направленного света. Здесь охеренный огромный подлокотник, на котором можно нормально побухать, наверное, я думаю. Что-то еще. Вот это, конечно, регулировки. Здесь лучше, чем на спорте, я вам сразу скажу. Здесь лучше, чем на спорте. На спорте вы увидите, если этот жопошник там даст эту машину. Вот Евгений любезно согласился. Мультируль. Кнопок здесь больше, чем на Формуле 1, наверное, тут можно запутать. Можно, скоро, наверное, будет сенсорный руль такой, все будет сенсорный здесь играться. Приборы, бензин, как всегда, на нуле у нас. Температура в норме, обороты, вот, что-то в районе 500 оборотов, что стоит. Чек-энч, это нормальная ситуация, пробег у нас 200 тысяч. Так, у нас парктроник, спуск с горы стоит. И фишка у меня есть в группе, ребята, вступайте в группу Автогараж, ссылка будет под видео. Здесь увеличь, Сань. Вот эта тема, видите, на баке есть стрелочка. Так эта стрелочка показывает именно то, с какой стороны у вас крышка бензобака. Это очень прикольная тема, на самом деле, которая имеет место быть. Вот теперь знаете. Здесь у нас мультимедийная магнитола. Графика, конечно, Sega Mega Drive, наверное, да? А то и Dendy. Большая кнопка аварийки. Блокировка дверей. Это у нас климат-контроль, я так понимаю, да? Да. Это что такое? Как это работает? Холодно-горячий воздух. Просто холодный или горячий, да? А он же здесь однозонный, получается, климат-контроль? Да, сзади тоже. Так, здесь у нас рычаги управления. Давай рассказываем, что это. Помощь по спуску. Куда ее нужно? На себя. На себя, да? Все? Ну, когда спускаешься.
И все, да? Вперед. Получаешь. Она сама включается. А, все, да? И это? Блокировка на металл включается. Блокировка межосевого дифференциала, да? Только на нейтралке. Здесь у нас есть пепельница. Сняли. Да? Опять ставлю. Нормально. А как тут? А, вот так? А, вот. Пепелка. Вот что-то тоже, да? Да. Опа, она. Вот это подстаканник, ребята. Еще раз. Охренеть. Еще раз. Оп. Вот это какой-то мульти, да? Угу. Мультифункциональный подстаканник, короче. Пластик такой нормальный, в меру громыхучий. Вот так. У нас здесь кожа светлая, да? Нет, темная кожа у нас синяя. С прострочкой сиденья вот здесь видно. Кожаная торпеда. Все из кожи. Пластик очень добротный. Здесь у нас еще по управлению. Это у нас температура, а это что за холодно-горячо, блядь, это? Ну, это где-то этим. Ты этим пользуешься? Mm-hmm. Этим? Mm-hmm. Это у нас, короче, климатом, да? Блок управления климатом. Mm-hmm. Лево, право. Есть подвес максимальный, который... Это, короче, все сразу, да? Да. Mm-hmm. Все сразу прогревается зимой. Нормально, Тима. Давай, давай, показывай. Это максимальный кондиционер включается. Это когда тебе жарко очень, да? Ага. Так. Давай. Когда машину открываешь, просто вот. Так. На окна. Это называется доводчик, да? О, да? Доводчик стекол. Люк у нас все запирается. Люк у нас электрический, а это шторка, как у всех, механическая. У нас светлый потолок. Телека здесь нет. Когда ничего нет. Летом на проветке. Удерживаешь кнопку. И погромче. Она автоматически открывается. Короче, закрыли все двери, окна. Бери, что хочешь, если успеешь. Машина на проветке, ванили. Давай ключ покажем. Это какой ключ? Короче, поехал в исходную. Это какой ключ? Второй, наверное, да? Первый. Первый такой ключ основной? Да. Ну, такой ключик, ребята. Ну, в принципе, достойный, наверное, не знаю. Смотрите сами. То, что он потерт, внимание не обращает. Ну, пару кнопочек есть. Вставляется он не как у всех сюда, а вставляется он сюда, единственное. Ручник работает? Или лучше не стоит? Работает. Работает. Удобный, комфортный, тоже кожаный. Так, где-то у нас все. Газовое оборудование стоит, мы попозже покажем под капотом. Ручка передач удобная. Надо ручку передач делать, короче, вы знаете для чего, чтобы всегда было комфортно ее брать. Чтобы такое ощущение было, что вы достали. Я ссал. Здесь у нас ставки под дерево. Или это вообще дерево? Это дерево? Да. Да? Нет, пластик. Или пластик, пластик под дерево, наверное. Короче, регулировок тьма тьмущая. А сейчас нам нужно ехать. Заводится. Как? Чик, да? Вправо? Угу. Все приходит в исходное положение. И вправо, да? Да. Блядь, вот это мощь, ребята. Это как самолет завез, блядь. Так круто. У нас тут фишка, смотрите, два козырька, да? Угу. То есть один можно сюда, а один можно сюда. И все, короче. Видали? Это все для людей, кроме моторов. Так, мы откинем, у нас солнце выпит. Обзорность офигенная. Стоечки эти очень маленькие визуально кажутся. Поэтому сидеть здесь очень круто. Стекла очень большие. Значит, у нас... локоть и, значит, левый и правый локоть у нас что левый, что правый на одном уровне. Один у нас на двери на подлокотнике, а второй на центральном подлокотнике. Очень комфортно. Жень, скажи, что это за регулировки такие? Регулировки положения ручки. Тут еще к тому же есть ручка, да, которая может... Можно вообще убрать, нет, конечно, ручка.
видали? Что тут только не регулируется, блядь. Тут у нас пластик. Ну, пластик такой хороший. Я бы не сказал, что прям громыхучий. Хороший. Так, поехали. В драйве тут нет ничего. Тут где-то тектроник, типа, наверное, да? Ну, сюда включаешь блок. Ну, и блок, это нормально. А так драйв нет ни первый, никакой. Сейчас мы идем к какой подвеске? Газевая, да? После пробуксовки. Педаль очень мягкая, очень плавная, ребята. Блять, ощущение, конечно, пиздец. Нагрузка. Бля, кайфово, кайфово. Чувствуешь себя каким-то, не, на БТР, как будто. Огроменный капот, но тонкий руль, ребята. Руль должен быть подставлен. Я люблю шаунельщик, чтобы прям взял. Ух, уверенно. Я люблю. И все, чтобы было ништяки. Так, мы сейчас едем во овраге. Сейчас во оврагах вам и покажем, как она гору преодолевает, подъемы такие более крутые. Вот. Обратная связь у руля нормальная. Руль кожаный, ну уже за 200 тысяч, кстати. Ну не очень сильно, я бы сказал, что он пострадал. Машина очень приемистая, конечно, газовать на бездорожье. Нафиг, наверное, можно подушки же убить, да? Что можно сказать про подушки, Жень, давай, про резину. Нет, про резину нужно сказать. Какую не нужно покупать резину, чтобы не убить подушки? 22. Ну, говори погромче. Да я не знаю, 22 резина. Не нужно, да, покупать, наверное, машину? Хотя сюда она войдет, наверное, с лихвой, да? У нас аудиосистема, как мы, музычку, да, навалим? Да. Здесь очень крутая, ребята, аудиосистема. Здесь эти басы идут, как будто я говорю, извне откуда-то. Чтобы прям было слышно. Вот, как будто извне. Тут, в общем, по ощущениям, кайфовая музыка. Сколько колонок? Штук 17 колонок, здесь 15. И еще сабы. А, саб вот этот, типа, да? Да. А, сзади саб, да? Саб уже какой? Колхо, а вообще заводской САП? Заводской САП у нас еще нет. Не заводской. Вообще нормально. Так. Ну, наверное, тут с лихвой. У нас камера там висит вообще, кстати. И вот она, первая грязь. Что она, кстати, идет так? Ух, непонятно. Там ошибка, да? Да. Попробуем выйти из клеи. Клей не выходит, ребята. Вот пошла с газком. Сантиметров 20 клея у нас сейчас, и она с нее так спокойно не выходит без газа. Так, сейчас мы воспользуемся, наверное, да, этим активным спуском с горы. Стоит. О, горит, вон. Нет. Все, ножки крестиком, короче, под жопку подмяли и сидим, ждем, куда нас привезет. Лезет вообще. В общем, на пневме тут просвет, наверное, сколько? Миллиметров 300, да? Короче, очень круто. Вообще из клеи-то она плохо что-то ползет. Тут ламисы. Вот сюда. Лучше вообще правее возьми, потому что давай не подожди. Клея жесткая. Что-то длинная очень, скользко. Не, давай туда не поедем. Как назад, Р, ёпты. Там чё? Там сзади овраг. Ну, очень назад не сдавай. Застряли же прямо. Там просто там ямочка.
Сейчас мы знаешь, как сделаем? Остановись, пожалуйста, стоишь, постой. Блять, тут очень грязно. Я люблю. Страшно, что застрянем. Я люблю. Ну на рейнджике-то мы не застрянем, да? Пошел. Короче, вообще жестко идет. Вообще по грязи. Сам, короче, ловит такими колесами ему надо. Я ли это была ошибка, что мы с тобой пойдем. Давай, Саня, выходим, посмотрим, что там случилось. Ставь меня. На парке? Все, запаковались. Да? Короче, парни, слез я, чайник я, оказывается. Ну и страшно, на самом деле, когда автомобиль напичкан полной электроникой, непонятно, то ли газ, то ли тормоз давить. Это может сделать лучше всего его владелец, который знает этот автомобиль от и до. В отличие от нас, шарлатанов. Так. Короче, из грязюки выехали. Рвет жестко, конечно. Моторчик. Витюша, а ты не захотел с нами поехать? Будешь проситься, в следующий раз не возьмем. Вот едем по сухому. По сухому идет уверенно. Нормально. Я лучше могу за штурмана быть. Мне как-то проще. Я там все размыл. Ну-ка, ничего. Поебать. Тяга вообще безумная, вообще чумовая. Все 300 лошадей в полный крутящий момент. Здесь может распределяться на любое колесо до 100%. У нас шестиступка на всех автомобилях. Поэтому по коробке, кстати, есть какие нарекания? Я что-то не вычитал ничего особо, да? По коробке ничего особого, короче, ребята, нету. Линейка двигателей была у них вообще колоссальная. Там. Так. Там нет дороги, ребята, ничего. Сейчас посмотрим. Идите посмотрите. Нету? Есть? Да ладно.